Я приветствую вас на канале Аленин сад. Сегодня проведу экскурсию по моему участку, который я назвала Калиновка. Еще раз напоминаю, это не поселок, не деревня, никакое не поселение. Это просто огородный участок, арендованный у города, который я назвала Калиновка. Для того, чтобы различать два моих участка. У меня есть Аленин сад уже с 2013 года и Калиновка с 2019, с осени 2019 года. Поэтому у меня выпуски из Калиновки и из Алениного сада. В самом начале выпуска хочу поблагодарить спонсора моего канала Оцелота. Спасибо большое за поддержку, за участие в развитии моего канала и за комментарии. Вы пишете так много приятных комментариев, вдохновляющих и поддерживающих меня в трудную минуту. Май. В этом году май отличился еще больше, чем в прошлом. В прошлом я все жаловалась, что очень холодно, в этом году было еще холоднее. За исключением последних нескольких дней, буквально 4-5 дней, было очень тепло. И все расцвело за это время. То есть это была серость, не были распущены листочки, не было цветов. Все такое было в замороженном состоянии. И март, и апрель, и весь май. И буквально за 2 дня расцвело все. Один день меня не было в Калиновке, то есть с утра до вечера. Вечером я прихожу, открываю калитку и сама себе говорю: «Вау! Распустились тюльпаны, распустились сливы, груши, алоча вся в цвету, вот вы видите сзади меня. Это непередаваемые ароматы, красота неимоверная». Мое самое любимое время в году, когда цветут плодовые деревья. Весь мир окрашивается в белоснежные эти тона и очень вкусно пахнет. Мне это тоже очень нравится. Ну, а с сегодняшнего дня опять холодно, дождливо, и до конца мая нам обещают вот такую вот стандартную для нас погоду. Зато в эти теплые дни мы с детьми и погуляли по лесу великолепно. Там было так красиво тоже. И даже на море съездили. И Диана даже уже искупалась там. Я смотрела и поражалась тому, как ребенок может купаться в такой ледяной воде. Взрослые на такое уже не способны. Хотя есть, конечно, моржи. Покажу, что у меня в оранжерее. Пока что здесь не время, не место для отдыха. Пока что тут только работа кипит. Какая у меня рассада на сегодняшний день здесь стоит? Бархатцы. Два разных сорта и вида. Это такие темно-оранжевые низкорослые бархатцы. А это бархатцы мексиканские. Очень они мне нравятся. Очень вкусно пахнут. Очень быстро взошли. Густо. А я как-то вот высыпала всю пачку, не подумав. Но это очень хорошо. У меня есть куда их посадить. Это рассада цинии. Это черный корень. Кстати, одно растение погибло из-за жары. Фактически погибло, я думаю, не выживет. Зато другое растение взошло. Здесь лилия из таких покупок. Дешевых, но некачественных. Вторая лилия никак не прорастает, к сожалению. А это мне на день рождения подарили. Не знаю даже, не помню, как называется. Такой колючий шарик. Уж тоже были очень пересушенные корневища, но просыпаются. На экране покажу, какое было растение. Здесь клеома у меня хорошо взошла, но я испортила. Не пришла, не открыла дверь теплицы, и сгорели растения, засохли. Без воды были, засохли, сгорели. Ну, мне хватит и этих, которые тут зашли. Она же очень крупная вырастает. Здесь новинка. Вот такой вот
Доротиантус, маргаритка цветковый. Ни разу не выращивала. Написано, что хорошо себя чувствует на легкой, хорошо дренированной песчаной почве. Поэтому я и купила, потому что в Калиновке песок. И я думаю, это что-то такое засухоустойчивое. Если у вас есть опыт, напишите, как вам это растение. Думаю, оно низкорослое. И так, для бордюрчиков вдоль грядочек. Да, всего 10 сантиметров. Какие-то мелкие устойчивые ромашечки. Дальше с этой стороны у меня вербена. Хорошо растет после пикировки. Тоже неприхотливое, вкусно пахнущее растение для бордюрчика. Это эхиноцея, которая из квартиры приехала. Это майоран, который я до сих пор еще не высадила. Он все растет, засохнет, завянет в такой мелкой плошке. Я его полью, он отойдет. И орегано тоже еще у меня здесь растет. Но уже я знаю, куда я их посажу. Может, даже сегодня это сделаю. А здесь лунария. Все всходит и всходит. Тоже в теплице хорошо себя чувствует. Здесь перчики. И помидорчики. И баклажанчики. В общем, все совершенно обычное. Вот так выглядят на сегодняшний день мои томаты. Я нисколько не переживаю из-за них. На улице все равно холодно. Мне их пока что высаживать некуда, потому что в основном здесь у меня карлики и детерминанты. Я не спешу, потому что детерминанты у меня ранние и ультраранние. Поэтому все с ними будет хорошо. Они все успеют дать урожай. Здесь у меня тоже томатики. И здесь у меня томатики. Здесь тыквки посеяла буквально на днях. Еще не взошли. В этом году я посеяла Jack Belittle. Для того, чтобы по заборчику он вился. Барбару. Учи-кикури. И кабачок спагетти. Тоже не переживаю, что они еще не взошли. Вот еще здесь три. Всему свое время. Это у меня... О, сухое совсем растет. Надо полить. Это из Таллина. Мне присылала из ботанического сада Мария Струкова семена растения, которые мне безумно понравилось. Вот я его посеяла. Все взошло. Но нужно полить. Мелкая плошечка. Иногда бывает, знаете, вообще нет времени. Быстро-быстро надо что-то посеять. Куда-то ссыпанешь. Горстку земли, семена... И, в принципе, они растут, но потом это тебе аукается тем, что маленький объем почвы все быстро пересыхает. Вот гораздо лучше сеять вот в такие большие горшки, глубокие. В них почва долго остается влажной, и ты можешь не поливать это каждый день в теплице. Так, это у нас мексиканский эстрагон, это ароматическое растение, однолетник, вкусно пахнет, я уже выращивала его. И тоже засухоустойчивый, песочек любит. Поэтому он в Калиновке у меня будет расти. Это зайчий хвостик. Можно было, конечно, и раньше посеять. Но когда посеяла, тогда посеяла. В принципе, он до поздней осени хорошо себя чувствует. Успеет вырасти. Мне нужно для букета сухого. И это лимония. Первый раз такое растение тоже выращиваю. Отлично взошло. Очень хорошо. И... тоже для сухих букетов подходит. Вы знаете, в последнее время ужасно не хватает мне времени ни на что. Поэтому я вот покупала семена, и мне некогда даже в интернете посмотреть информацию о растении. Может быть, это статица. Что-то она мне напоминает, картинка на упаковке. Но семена из Литвы и Латвии. И иногда на русский они переводятся немножко по-другому. И здесь у меня базилик, множество сортов, но не все они взошли, к сожалению. Видимо, старые семена какие-то. Вот, к сожалению, не взошел тайский, хотя он мне больше всех нравился. Я мечтала его в этом году вырастить побольше. Можно пересеять. Пересею, если семена не увезла домой. И базилик Шанхай не взошел, но он старенький был. А тайский в прошлом году у меня хорошо взошел, мне очень понравился.
ну и остальные базилики. А здесь физалис овощной. Вот тоже старенькие были семена, но отлично все взошли. А физалис земляничный у меня не взошел. Мои покупатели жаловались, что у них не взошел. И я посеяла все семена, какие у меня были, и у меня тоже ничего не взошло. Я не знаю, в чем дело. Овощной, вот, пожалуйста. Все одинаково я собирала семена со зрелых плодов. У меня не было цели никого обмануть, конечно же. Себя-то я не буду обманывать, зачем мне это нужно. Но вот такой вот результат. Салатик в оранжерее прекрасно себя чувствует. Очень красивенький такой. Бодренький, зелененький. Очень здорово. Красиво смотрится. Уже можно его собирать и кушать. Хочу обратить особое ваше внимание сегодня на мой виноград. Я уже говорила, я все по науке обрезаю. То есть я полностью срезала лозу и формирую ее по книжке. Весь прошлый сезон я ее обрезала так, как было написано. И вот в этом сезоне посмотрите, что происходит. В прошлом году такого не было. Но у меня на каждой веточке гроздь, будущее, как это называется, соцветие винограда. В каждой ветке я сегодня увидела и обомлела, что здесь везде, везде виноградины будут. Дай бог, конечно же. Везде, до самого низа. Вот, 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 вот. Так, тут нет. Какой ужас. Вот, вот, вот. Вот. Везде, 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 везде у меня будут кисти винограда. Представляете, как интересно, если делать все по книжке, то все правильно и хорошо получается. И без всяких каких-то супер методов и каких-то лунных календарей и советов блогеров. Все супер классно. И я думаю, что нужно опять доставать книжку и читать, что делать дальше. Потому что я думаю, что нужно ослеплять все эти веточки, на которых боковые веточки, на которых кисточки. Либо нужно подождать, сколько-то они должны отрасти, наверное, я так... Я-то не виноградарь вообще ни разу. Я сибиряк. Виноград вижу, можно сказать, первый раз в жизни. Я думаю, что нужно будет ослепить. Может быть, на трех кистях или на одну кисть оставлять. В общем, надо книжку доставать и читать, что дальше делать с этим виноградом, чтобы у меня был большой урожай. Очень красиво сейчас цветут тюльпаны. Просто потрясающе. Это те, которые от дедушки еще, тюльпанчики по всему огороду. Разные сорта. И мои тюльпанчики вот здесь вдоль дорожки затоптанные собакой и детьми. Соня, конечно, вот здесь большой урон причиняет. Бегает, не думает, куда бежит. И там еще я покажу поближе, подойду тюльпанчики. А пока остановлюсь вот на этой своей рабатке. Очень много времени я потратила на то, чтобы вот совсем небольшую часть, я даже сейчас смотрю, мне стыдно, совсем небольшую часть мне получилось обработать от сорняков, но времени было потрачено уйма, потому что приходится вот среди уже существующих растений копать, либо нужно было быстро, срочно подкопать, чтобы посадить, что-то рассадить. Вот там я флоксы посадила, хризантемы, пионы я привозила, раскапывала кусками. Здесь место под них. В общем, ужас. Неприятное местечко с точки зрения сорняков. Там копнешь, и там просто полная лопата корневищ этого карпатского колокольчика, сныти, вьюнка, одуванчика. Вот я вам покажу. Ну, в принципе, вот так это все было бы. Вот этот кусок я не обрабатывала пока что. Вокруг пиона вот такой вот кусочек. И вся эта рабатка такая была. Но, опять же, с той стороны в прошлом году я копала, чтобы хризантему посадить. И вот
этого колокольчика опять видимо-невидимо. Хризантемы даже не видны. Ужасное растение, просто ужасное. Но дорогу осилит идущий. Будем копать, будем полоть. И, я думаю, еще через 2 года здесь уже будет все идеально. Тюльпаны разные. Конечно, ужасно листья. Соня им все испортила. Красивый тюльпан. Это что-то из моих, по-моему, тюльпанчиков. Не помню уже название. В принципе, нужно будет в воскресенье у Даши день рождения. 12 лет моей дочурке исполняется. И я хочу собрать очень-очень большой букет тюльпанов. Это с одной стороны подарок, а с другой стороны луковицы подрастут без цветов. Они получше наберут сил. Я сделаю им подкормку. И они не пропадут на следующий год. Будут хорошие луковицы. А вот этот сорт мне присылала зрительница. Очень красивый лилии цветный фиолетовый тюльпан. Очень красивый. Мне нравятся такие вот лилии цветные тюльпаны. Там еще один такой. И пионовидный красный красавчик. Ну, такой тяжелый, такой большой, что упал, конечно же. Вот какой. Ой, отломала я. Ну, и чем я лучше собаки? Вот будете собаку ругать. А я чем лучше? Криворукая я. Ну, домой отнесу, поставлю. Ну, правда, прямо как пион. Не скажешь, что это тюльпан. Кстати, очень красиво выглядит очиток. Камчатский, как оказалось, этот вид называется. Очиток камчатский, по-моему. Я его пообрезала весной ранней. И он так хорошо вот распушился и закрыл все между плиточками. Это очень актуально, потому что сорняки не дремлют. Нужно обязательно чем-нибудь засаживать пространство. Пустые пространства. Вот здесь поменьше было. Но тоже очень хорошо выглядит. Земляничка набирает цвет. Хорошо растет. Скоро зацветет. И нужно это все огораживать, потому что это Сонина любимое местечко. Она любит на этой агроткани посидеть. Попа не так мерзнет, видимо. И землянике придет конец, если не предпринять ничего. Просто нужно будет расширить ограждение с чеснока и с лука. Сюда, на землянику. Либо не пускать собаку гулять по огороду. Тоже вариант неплохой. Чеснок, лук, все хорошо. Себя чувствует. Нужно будет подкормить, полить. Если не будет дождей, то нужно будет поливать. Скворушка пришел за червячками. В Аленином саду у соседа скворечник рядом с моим участком. Там семейство скворцов поселилось, деток вывело. И родители снуют по всему моему участку, червячков собирают. Потому что у меня там большая часть газон и клумбы. Много разных насекомых, конечно же. И им, соответственно, много еды. Трудяги, они без конца кормят своих птенчиков, летают туда-сюда. Груша в этом году цветет шикарно. В прошлом году не так сильно она цвела. Но тоже цвела и были плоды. Ну, не так, как в этом году, конечно же. В этом все в цвету утопает. С одной стороны, можно сказать, я молодец. Я ее не погубила своей обрезкой. А наоборот, я просто переживала, что она как-то плохой очень прирост дала в прошлом сезоне, что она будет плохо себя чувствовать. Нет, все, пока что все идет хорошо. Посмотрим, будет ли она расти или она вся уйдет
в плодоношение. Зацвела черная фритиллярия. Вот так это растение выглядит. Она не очень крупная. Мне кажется, она будет потом, растет луковица и будет крупнее. Я фотографии смотрела. С возрастом она укрупняется. Интересное растение, необычное. Не у каждого такое есть. Одна маленькая у меня была луковка, она еще не зацвела. Вторая вот цветет. И зацвел голубенький мускари. Самый поздний оказался, получается. Да, сорт самый поздний. Красивый, нежно-голубой. Отцветая, темнеет у него бутончики. Вот здесь рядом латифолиум. Вот как они вместе смотрятся. Здесь они расти не будут после цветения. Я их пересажу в другое место. Скорее всего. Хотя, может, и тут останутся. Все будет зависеть от времени. Латифолиум, вот он уже отцвел, становится некрасивый. Нужно обрезать все эти соцветия, чтобы он не тратил силы на образование семян. Мускари очень любит образовать семена. И здесь прекрасные тюльпаны, которые никто не потоптал и которые были приобретены осенью. То есть они с зарядом витаминов и минералов. Их очень хорошо кормят в Голландии, прежде чем нам отправить. Поэтому всегда в первый год после посадки они великолепны. А потом они у нас порастут. Мы их не кормим, особо за ними не ухаживаем. И мельчают, товарищи. Очень красиво получилось у меня тут сочетание. Розовые, обожаю такие простые розовые тюльпаны. Шикарно выглядят. Сорта уже и не помню. Но можно на видео посмотреть прошлогодним. А этот куст, это дикий, местный дикий тюльпан. Но я думаю, что он нисколько не уступает по красоте этим красавчикам голландским. Единственное, что они совершенно не сочетаются по цвету. У меня появилась помощница. Моя бабушка, соседка, которой 89 лет. Ее выгнали с участка, которым она очень много лет занималась. В прямом смысле слова выгнали. Но это не был ее участок. Ей разрешили там хозяйничать на участке дедушки, которому 90 лет, и он там ничего не делал. Она там все это высаживала, но пришли молодые и выгнали ее. А человек настолько влюблен. По образованию она вообще агроном. Всю жизнь она занималась землей. Настолько она погружена в это, что она грустит ужасно. И зная, что у меня есть огород, она попросилась мне помогать. Сначала картошку. С декабря месяца она мне с этой картошкой вылавливала и просила забрать картошку и посадить. Может быть, найдется местечко под картошку. Мы нашли местечко под картошку. Я говорю, надо еще вскопать. Ей уже в начале мая нужно было посадить картошку. Вскопать нужно. Ты меня возьми, я тебе помогу копать. Я говорю, что вы смеетесь? Вы еще мне будете огород копать. Но она так упрашивала, что я ее взяла копать огород. Она копала огород под картошку мне. Помогала. Ну, а рядом с ней мне приходится тоже больше двигаться, то больше работать. Мне, может быть, до сих пор бы не вскопан этот участок был. А из-за бабушки все у нас в порядке. Я чувствую, если я буду дальше ее сюда привозить, у меня тут вообще будет все идеально. Потому что, а как ты допустила, что у тебя тут так много одуванчиков? А почему у тебя яма не выкопана под воду? А почему у тебя тут пол застелен линолеумом? Как ты посадишь в оранжерее в своей? Ничего же туда не посадить теперь, не порядок. Но я ей сказала, что если вы меня будете ругать, я вас брать в огород не буду. И, в общем, звонит она теперь мне каждый день, просится, чтобы я ее взяла что-нибудь поработать в огороде. Сегодня я ее привезла сюда фасоль посадить, думаю, пускай мне. Но я-то сижу, придумываю какую-то работу для нее полегче, чтобы она и занималась, но и не перетрудилась. В общем, приехали мы сеять фасоль, а бабушка говорит, фасоль надо замочить. Пусть она как мы ее сухую будем сеять? Нет, дай мне лопату, я буду одуванчики выкапывать. Я говорю, хорошо, выкапывайте одуванчики, замочила фасоль.
Она выкопала мне одуванчики с малины. Что еще делать? Я говорю, ну вон там вдоль забора, видите, надо копать, я там что-нибудь тоже посажу. Что вы думаете? Она пошла и копала сегодня вдоль забора, да так, что я ее не могла остановить. Бабушка, хватит, поедемте домой, у меня время поджимает, у меня еще дела есть. Хорошо, хорошо. И дальше копает. Не выдернуть с огорода, не отобрать лопату, не увезти домой. Говорю, ну что вы будете тут копаться, за один день мне все сделаете. Что, последний день, что ли, мы сюда приехали? Завтра приедем, покопаем, послезавтра. Вот такие вот люди, вот такие вот старики, им надо все сделать. Сегодня же желательно абсолютно все, завтра непонятно, что будет. И любят копать люди, которые всю жизнь занимались огородом, любят копать огород. Тоже об этом подумала. Вот сейчас так много природное земледелие, не копаем. И ходят, так вот рассказывают, какие дураки бабушки копают огород, копали всю жизнь. А им это очень нравится. Вы не понимаете. И мне нравится копать. И 89-летним бабушкам нравится копать. И последний момент. Вы знаете, я тоже хочу в 89 лет вот так вот копать огород, чтобы меня внуки мои, правнуки утаскивали, гнали метлой с этого огорода, а я была способна выйти и копаться там, рыться, сеять, сажать, полоть. И чтобы меня, правда, никто не выгнал с огорода, иначе все, иначе смерть придет очень быстро. Человека отобрать увлечение всей его жизни в таком возрасте, это, конечно же, очень нехорошо. И из глобально проделанной работы. Вот это поле мы с бабушкой вскопали под картошку. Я не знаю, сколько здесь займет картошка. В принципе, там в ящиках, я думаю, ее довольно много. Но так на глаз несложно сказать. Полностью займет эта картошка этот участок. Или мне еще тут чего-нибудь останется посеять. Вдоль забора там вот как раз я хочу посеять вьющуюся фасоль тоже. И все. То есть в этом сезоне я планирую сюда посадить много картошки. Конечно, с подачи бабушки. Она же не просто так картошку-то тоже мне дала и старается здесь. Она хочет, чтобы я и осенью дала свежую картошку. Все время она говорила, дашь мне ведро. Сегодня говорит, дашь мне два ведра картошки. Посмотрим, что к осени будет. Может, уже половину урожая нужно будет отдать. А до конца, вот там я до конца забора все это раскопала. И здесь, оказывается, вот когда копаешь, там камни. Вот прямо куча-куча этих камней и песок. Вот сколько камней я накопала. Очень сложно копать, соответственно. Вот осталось немножечко под деревьями. Убрать эту сныть и одуванчики. Конечно, там сорняков немного, но удивляет вообще, что они там есть, потому что там и сухо из-за деревьев, и камни с песком, больше там ничего нет. Поэтому хочу прополоть, чтобы уже этих сорняков там тоже не было. Потом с другой стороны забора постелю фанеру, чтобы из-за забора сюда ко мне ничего не лезло. И вуаля, вот такой большой-большой участок у меня для моих развлечений образовался. На следующий год не обязательно сюда сажать картошку, можно все что угодно посадить. Очень большой кусок, вот смотрю и радуюсь, честно сказать. Все корневища убраны были. А здесь я уже вот сделала тропинку. Так как мы здесь все вскопали, посмотрела, думаю, надоели мне эти одуванчики и подорожник. Вот так там выглядело приблизительно бы сейчас, так же вот было, как здесь. Там, здесь я ничего не делала, и тропинка выглядит вот так. Одуванчики вдоль бордюров, где они ходят, они неизвестно просто, как умудряются вырасти так быстро за одно лето. В прошлом году я же полола, здесь убирала их. За лето они опять нарастают к весне вот таким вот пушистым красивым ковром. И здесь было бы то же самое, если бы не агроткань. Я постелила агроткань, вкопала ее края вниз под землю, положила эти камни сверху. Тоже, если камни просто на землю раскладывать, они очень быстро в землю в эту уходят. И от них
ничего не остается. А агроткань это вот вопрос решит. Но теперь осталось привезти какой-то, хорошо было бы привезти щебень или песок, утрамбовать, засыпать, и будет очень красивая дорожка, уходящая прямо в калитку. Но когда это будет, кто мне это поможет сделать, я не знаю. Но я не бабушка. Вот бабушке надо все, прям сегодня все сделать. Надо все переделать. Старые люди вот такие, я заметила. Им надо все сегодня же сделать. Ну, я еще поживу, и поэтому я так. Не в этом году, так в следующем. Не в следующем, так еще через 3 года. Ну, сделаю. Вот тоже расширилась, получается, эта грядка у меня. Здесь камни лежали. Сюда можно будет бархатцев насадить или вот эту ромашку. Засухоустойчивую, кстати, да, вот вдоль бордюрчика я ее тут могу смело рассадить, будет очень красиво. Зацветает флокс шиловидный, и он меня прямо расстраивает, потому что я не вижу здесь темно-малинового сорта. Вот здесь у меня на углу белый выкарабкался с того света. Белый флокс шиловидный, он вообще как-то очень плохо... Ну, такой хилый, слабый, плохо развивается, плохо растет. А вот этот розовый, он очень устойчивый ко всему. Но я надеялась, что будет и темно-малиновый. Потому что это у меня черенкование было из Алениного сада. Несколько лет назад я черенковала, ну, 3 года, наверное. Вот. В 2019 году я сюда эти черенки высадила. И да, малинового нет, только розовый. Ну ничего, найдем и малиновый. Здесь полностью я посадила лук. Об этом уже есть видео у меня на канале. Вот этот весь кусок у меня лук. Я буду просто луково-картофельная королева в этом году. Здесь такой огромный кусок лука будет, а здесь огромный кусок картошки. Как в голодные годы сажаем все самое необходимое. Вот с этого ракурса покажу калиновку. После того, как я передвинула, переделала маленечко вот эту дорожку, наступило больше симметрии в саду в этом. Тоже нужно доложить, конечно же, крупные камни. Больше симметрии, потому что эта тропинка переходит почти ровно в следующую тропинку. Раньше был такой сдвиг, который меня немножко раздражал. И вот здесь я хочу показать тюльпаны, попугайчики, которые в прошлом году росли тоже здесь, в Калиновке. И это, можно сказать, первые тюльпаны, которые были мною посажены в Калиновке, были выкопаны и потом снова здесь посажены. И я в восторге, честно сказать, потому что, как я уже много раз говорила, тюльпанам нравится песчаная почва, и в Калиновке они хорошо себя чувствуют. Но, как я вот сегодня вам сказала, конечно, луковицы после покупки в первый год шикарно цветут, а потом они хереют, потому что мы не так хорошо за ними ухаживаем. Но вот пример, как бы исключение из правила, которое я назвала, да, потому что здесь хорошая почва, подходящая для этих тюльпанов, и луковицы не утратили своей силы и выдали мне прекрасные просто цветы, великолепные растения получились на 2-й год. Поэтому в Калиновку, в принципе, можно покупать теперь сотни луковиц тюльпанов, высаживать их, не боясь того, что их сожрут мыши, крысы, кроты и так далее. Все луковки вообще, вот все даже потеряшки какие-то, еще дедовские луковицы, мои потеряшки. Вот там вот желтенький, например, попугайчик, одну луковку я не выкопала. И он прекрасно вот перезимовал, сам самостоятельно вырос, замечательно цветет. И вот по всему участку луковицы тюльпанов прекрасно себя чувствует. Так что здесь я могу сделать наконец-то свой маленький кёкенхоф, о котором я так давно мечтала. В Алёнином саду в этом году там есть немножко тюльпанов, я сажала, но никаких вам потеряшек, никаких там шикарных случайно оставленных луковиц не найти. Вот кустик тюльпанов растут дичкой, дичкой. Лилии,
очень хорошо тоже себя чувствуют, но уже жуки-пожарники их атакуют, уже жрут. Надо бы их обработать, конечно, от этого. Никакой ручной сбор не помогает, потому что это надо сидеть рядом с лилиями. Со всего района на них слетаются эти жуки. Меня удивляет вот эта лилия. Это моя любимая. Это палаццо, которая должна вырасти очень-очень высокой. И вот я думаю, что у меня все получится с этой лилией. Посмотрите, какая она высоченная по сравнению со всеми остальными. Это мой любимейший просто сорт. И когда я ее когда-то давно высаживала, надо мной смеялись и говорили, что, ой, ну чтобы она такая большая выросла, должно пройти много лет. Ну а что, жизнь не стоит на месте. Уже прошло немало лет, а пройдет еще чуть-чуть, и она будет уже с меня высотой, я надеюсь, с очень красивым цветом у цветков. Она мне очень нравится. Разные тут, разные совершенно лилии, но все они очень-очень красивы. В этом году, я не знаю, наверное, не удастся даже мне застать их цветение. Попрошу мужа, чтобы он поснимал, пофотографировал. Я хоть посмотрю, как это будет. И прошлогодний посев аквилегии. Очень хороший, удачный. Я показывала про посев двулетников. И можно сказать, что только аквилегия себя так хорошо и показала. Шток розу здесь испортил полок, который ветром туда-сюда болтался и срезал мне все эти растения. А все остальное не взошло. Ничего не взошло. Только аквилегия. Не знаю, какой цвет. Но скоро зацветет, и я узнаю. Здорово. Многолетник. А это мой алярий среди одуванчиков. У меня, кстати, на одуванчике аллергия. И я вот... Они раскрылись к вечеру. Как-то днем было пасмурно, они были закрыты. Сейчас раскрыты, и у меня все уже начинается в горле першение. Неприятное ощущение. Луки очень хорошо себя чувствуют. Они в Калиновке. Я от них просто в восторге. Это лук Суворова. Вот такой высокий он уже вырос. И начинает раскрываться уже его шишечки, соцветия. Жду не дождусь, как он будет цвести, посмотреть. И многие другие. Мята проснулась. Мы уже делали несколько раз лимонад. Детям очень нравится лимонад с мятой, с моей. Они в восторге. Здесь цветет белая смородина. Это подарок от зрительницы из Риги. И вот я вижу, такие длинные кисточки будут. Если не будет заморозков, то мы попробуем в этом году ягодки. Хотя, когда она созревает, я не знаю. Но муж попробует. Это мой черенок красной смородины. Хороший очень сорт из Калиновки. Тоже, я смотрю, уже такой отличный прирост дал. Тоже им хорошо здесь, на песочке. Мне даже, знаете, обидно то, что в Алёнином саду столько было потрачено сил, столько было... вложено средств и времени, и все время там получалось так, что я бьюсь головой о стену. Билась головой о стену, преодолевала какие-то неимоверные трудности, поменяла участок, Калиновка, и просто вообще нету этих трудностей, нет никаких проблем, не надо биться, не надо ничего добиваться, все прекрасно само по себе растет. Хорошо себя чувствует. Ну вот, а здесь тюльпаны как раз очень много деток было высажено, поэтому не цветут. Но это ничего. Они подрастут в этом сезоне и будут цвести в следующем году у меня. И те, которые цветут, тюльпанчики, вот они такие не очень крупные, не очень такие красивые какие-то. Потому что они из Алёниного сада, и они там уже пострадавшие. Вот крыжовник тоже из Алёниного сада приехал. Осенью я его сюда посадила. Ну, как он великолепно здесь себя чувствует. А в Алёнином саду крыжовник, он желтеет, потому что корни достигли грунтовых вод, и все, все плохо. Так, ревень. Про ревень вот этот я рассказывала, как можно его ускорить. Великолепный пирог получился.
У меня гости были в восторге, дети были в восторге. Но больше всех была в восторге я, потому что мне очень нравится пирог с ревенем. А вот после выгонки это особый вкус, особая консистенция. Если вам интересно, о чем я говорю, можете зайти, посмотреть на канале, у меня есть видео. И еще я хочу позвонить родственнице сегодня. Наверное, я решусь, позвоню. И она мне обещала дать другой сорт ревеня с очень толстыми-толстыми черешками. Длинными, большими. И вот сюда вот можно его еще посадить. Так, сегодня я посеяла кукурузу. Вот до палочек на трех грядках, вот этот кусок большой, я посеяла кукурузу. Предварительно она была замочена. Здесь у меня грядка морковки посеяна. На этой крайней грядке я посеяла полный ряд, один свеклы всякой разной и один ряд пастернака. Но семена у меня валялись всю зиму здесь, и шанс невелик, что они взойдут. Ну, посмотрим. Взойдут, хорошо будет расти. Не взойдут, ничего страшного. Посею по краю вот тут еще фасоль кустовую. Будет длинный ряд фасоли. Здесь два отрезка грядки получается. Я завтра посею фасоль, она замочена уже. И там я под это укрытие планирую посадить перец или томат детерминант. Я еще не определилась. Сейчас я вам покажу рассаду перцев, теплицу я ее свезла. И сначала там начну высаживать, если будут какие-то остатки, то тогда, наверное, сюда посажу, на агроткань обязательно я буду это делать. Солнышко выглянуло, и мир окрасился великолепными красками. Вот слива цветет в этом году, это дедушка сажал, я ее обрезала, это Виктория, первый раз цветет. Надеюсь, что будут сливы какие-то у меня. Сейчас же цветет и алыча, поэтому опыление, вообще не проблема с опылением. Проблема с вредителями потом. Насекомыши все портят, плодожорки. Так, здесь у меня лесной мой уголочек, я его активно осваиваю. Я посадила морозника, кучу просто. Бабушку, когда выгоняли с того участка, где она там хозяйничала, я там у нее, она мне позвала: хочешь, возьми там какие-то растения. Я взяла у нее хризантемы, желтую и красную, как она их назвала. Мускарики белые откопала. И заприметила я у нее огромный куст морозника и выкопала, посадила к себе. Разделила его, и мне хватило и сюда посадить. Вот я об этом растении, но он уже отцвел, поэтому такой красоты большой нет. На экране я покажу фотографии, какие цветы были. Он же листики молодые вот отращивает. И валюнин сад мне хватило посадить, и сюда. Вот у меня теперь тут несколько кустов. Еще из новых покупок вот я купила азалию. Два куста. Одна метровой высоты, а другая будет 70 сантиметров. Они цветущие сейчас. Это уже отцвела, растет. Это еще только зацветает. И вот туда дальше я хочу большой куст. Ну, такую азалию, которая рододендрон, который высокий размер имеет. Высокое такое растение, большое. Вот, которая будет много-много лет расти на одном месте и будет огромным пышным кустом цвести. Хотя у родственников я увидела магнолию звездчатую. В принципе, я думаю, что и магнолию туда можно посадить. Это тоже будет великолепное зрелище. Она невысокая. Мне не нужно, потому что очень высокое растение сюда в центр. Потому что все-таки там вот растет яблоня. И здесь слива. И еще одно дерево не потянет это место. Будет очень большая тень. Вишня снова цветет в этом году очень хорошо. В прошлом году цвела прекрасно. И даже довольно много ягодок мы тут собрали. И в этом году снова все у нее замечательно. Наверное, снова будем ягодки собирать. Интересно. Но мы не будем. Знаете, честно сказать, жалко уезжать мне. Оставлять мои сады, потому что это, ну, это нечто особенное. Сейчас я вам покажу
то, что меня тоже очень удивило. Вчера я пришла и тоже сказала: вау. Вот. Прострел фиолетовый. Не помню, я вам про него рассказывала, не рассказывала. В прошлом году я через семена выращивала рассаду. Вот у меня 4 растения получилось. Они перезимовали, растут, но какие-то они не очень веселые, мне кажется. В этом месте как-то вот они не очень хорошо выглядят. Нет такой бурной радости роста. Поэтому я думаю, что, может быть, им нужно больше воды или больше света. Теплица ждет, когда я посажу в нее перец. А перец ждет, когда я его посажу в теплицу. Вот такая вот куча перца, которая из низкорослых. Это невысокие, в принципе, должны быть сорта для открытого грунта. Какие-то уже цветут, какие-то уже начали желтеть, потому что им места совсем мало. Какие-то подгорели у меня. Ну, в общем, наверное, завтра начну высаживать, заниматься. Будет кое-что тут дополнительно применено. Конечно, здесь не будет все полностью перцем засажено. Мне нужно будет еще и помидоры сюда посадить. У меня есть индетты некоторые, которые здесь будут расти. И детерминанты тоже, если войдут, я смогу здесь их выращивать. В общем, ждите об этом отдельный репортаж. И последнее, что я покажу, это огород в контейнерах. Здесь просто новые посадки. Я розу сюда пересадила. Посмотрим, как она будет себя чувствовать. Я не помню. По-моему, в этом контейнере нет дна. Я его поставила, наполнила. А может и есть. Ну, надеюсь, что со временем оно сгниет. И розе будет больше места. Пока что она, на удивление, хорошо себя чувствует. Это такая плетистая роза, без запаха, розовая. Мне она не очень нравится, поэтому я сюда ее и посадила. Здесь у меня лук многоярусный начал хорошо расти. Подсажу к нему еще что-нибудь, сзади место осталось. И здесь чеснок и клематис. Клематис что-то не очень бурно развивается. Он тоже стоял у меня в горшочке просто на улице всю зиму. Наверное, это отразилось на его здоровье. Но я надеюсь, что отойдет. В принципе, воды достаточно. Клематисы, конечно, не любят сухую почву, но воды достаточно. Кстати, в Аленином саду подобный клематис. Это очень устойчивые, кстати, клематисы, не крупноцветковые, такие обычные. Этот у нас какой? Как-то тут не написано, по-моему, какой именно. Но такого типа клематисы, они довольно устойчивые. А в Аленином саду у меня погиб альпийский вообще клематис. Хотя 2 крупноцветковых рядом хорошо себя чувствуют. Странно, но вот так как есть. Я надеюсь, вам было интересно, вам понравился этот выпуск. Вы не забыли поставить лайк этому видео, подписались на канал Аленин сад. Я желаю вам всего самого наилучшего, теплой погоды и богатого урожая.